Где-то здесь живет веретенница ломкая. Это безногая ящерица. Похожа на змею. Так, это не то. Сейчас ее будем искать. Вот она. Попалась. Иди сюда. Вот она, вот она, вот она. Пытается спрятаться в траву. Иди сюда. Зверек, иди сюда. Так, ползет, ползет. Опа, вот она, вот она, вот она попалась. Вот так ползает безногая ящерица. Не нужно ее пугаться. Она сама всех боится. Можно взять ее в руки. Куда? Ой. Вот такой вот зверек пытается удавить мой палец. Сейчас я ее отнесу в лес. Ой, какая адская хватка удава действует на мой палец. Вот, посмотрите. Какая красота. Все, выпускаем в природу. И где-то в природе она растворяется в траве. Он ползет, ползет, ползет. Травяной удав. Удавливает всех слизняков и червяков. Притаился в засаде на кузнечика. Или, может быть, на ящерицу, ну, какую-нибудь. В общем, вот такой забавный зверек. Называется это веретенница ломкая. Безногая ящерица. Не потому, что ей оторвали ноги, а потому, что она от природы без ног. В ходе эволюции ноги пропали для того, чтобы не цепляться за землю при ползании. Все, закапывается в старую листву. И сейчас только хвостик исчезнет, и все. И она ушла в листву.